Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня на обзоре у нас Кочман 2007 года выпуска. Двух-трехместный караван. Цена его 542 тысячи рублей. 420-я модель. Это длина его внутреннего убранства. И вместе с дышом со всеми свесами будет в районе 5,50 метров. Плюс он, конечно, удобный по весам. Полная масса каравана 750 килограмм, что позволяет его им управлять любым тягачом без категории ЕГБ, только с категории Б. Алковская система тормозов стоит. Накладки на дышло все стоят. У него дополнительная розетка. Вот. Накладка в идеальном состоянии. Конечно, в этой модели уже хромированные ручки идут. Модель данного каравана пошла с 2007 года. Последний раз у меня такая модель только была, 380-я, на обзоре, я думаю, что чуть больше года назад. Снутри все уголки, можно смотреть, все идеально. Везде доска вся крепкая. Газовый баллон еще сам где остался. Нареканий по кузову нигде не будет. Подкрасов тоже. Стеклопакетики стоят. Все целые. Все стеклопакеты пронумерованы ВИН-кодом. Тоже у хозяина было уголки. Видно, что хозяин обрабатывал его. Антенна, грибок на месте. Стыковочный шов без нареканий. Причем даже вплоть до того, что он даже вот эти стыковочные тоже вот он было герметиком, все обработал очень аккуратно и качественно. По низам клиренс у него, сказал бы, что подвышенный, но он бодрячком так стоит высоко. Низы в превосходном состоянии. Наклеечка своя присутствует. Вплоть до дверей все обработано. Парочка без нареканий. Вот стоит мувер, пульт. Мувер стоит свежий, очень качественный. Трюма. Мы, конечно, пультик положим в морозилочку, как всегда. Литые диски у нас стоят на диаметр на 14. Стоит у нас Сэш Карго XL GTR Radial. Хорошая резина. В хорошем она состоянии. Резина, жгут. Все отлично. Состояние балки без нареканий. И состояние рамы в идеальном она состоянии. Полы все крепкие. Запасочка вот по снизу. Находятся люки холодильника. Все целые. Вот только что уголочка здесь нету, но я считаю, что это вообще не критично. Вот тут вообще никуда вода в нее не попадает. Здесь дополнительный бокс стоит. Вот они и раздувы есть. Скорее всего, у человека палатка была, но в комплекте он его не отдал. Ее. Вот он, конечно, свежие уже фары, кузов. Вот такая красота сзади. Фары шикарные. Здесь целиковая уже конструкция. Сзади стоит бампер, один не идет. Но по состоянию, думаю, что на видео будет видно. Фары все целые. Конечно, хромированные ручки. Видно, что модель свеженькая. Конечно же, наш сайт, ребят, куда заходите, смотрите, там полное. Каждый день там обновления идут. И там все понятно. Что в наличии, что нет, что на предоплатах. Там очень легко разобраться. Также с этой стороны. Стыковочный шов. Без нареканий. Действительно такая очень стоящая игрушка. И за хорошие деньги.
нареканий по кузову нет и не может быть. Также снизу все действительно все отлично. Водостоки у хозяина стоят. Также снизу смотрим, ну, без нареканий. То, что Кочман свои штатные наклеечки, они все присутствуют. Стеклопакетики, потому что ВИН-код везде пронумерован. ВИН-номер данного кровати, мне кажется, что находится либо снизу, да, с правой стороны здесь находится. Кому будет интересно, будет полный виду, что там. Идеально. Вот они кармуран колеса стоят, ГТР идеал. По кассете. Кассет этот Ford на 10 литров стоит. Плюс сигнализация у данного каравана имеется. И очень необычная такая планировка будет внутри. У меня первый раз такая планировка. Когда заходишь, туалет не справа, а он здесь прямо находится. Да, сейчас посмотрим. Вот такая здесь шикарная планировка. Данная модель, мне кажется, что выпускалась с 7 года по 11, если даже не 12 год. Потому что вот оно уже управление. Все идет как на Кочму, на очень свежей модели. Холодильник этот Ford уже 7 года, который идет с управлением. Морозилка газ электро. Пультик, конечно, мы его пристроим сюда, чтобы не потерялся. По морозилочке запахов нету. Все чистенько, аккуратно тут. Столешница. Причем самое что интересное, что она еще вот таким образом поднимается. Что можно посмотреть, даже ярку подлезть колесную. Здесь все идеально. Очень такая стоящая игрушка. И свежего года. Трюматик стоит газ электро с ручной пезой. Корпус видно, что им мало пользовались. Вообще караван очень такой светлый, удобный. Вот они подсветочки. Здесь под бокальчики. Ну, в нем очень приятно находиться. По мебели, по стыкам, даже если смотреть. Везде обойдем. Везде. Ровно-ровно все, тетелька в тетельку, везде по каравану идет. Шикарные, конечно, диваны. Что один, что второй. Подушечки штатные присутствуют. Караван ничего не химчистили, не мыли. Вот на моечке сполоснули. Уголочки, если все смотреть. Нигде не будет следов подтеков, ничего, потому что крал такие караваны не имеют. Все механизмы проверял, все рабочие, даже вплоть до того, что видно, что держит. Сейчас я, наверное, так закрепил. Вот все механизмы, вот они, защелки, все где, как правило, бывает болезнь, что шторина уже не держит и она падает вниз. Ну, здесь все четко, отчетливо видно, что все в превосходном состоянии. Снизу доски, вот они, не побиты нигде. Столик только здесь штатный, который вот он раскладывается, только один будет. Но даже по низам посмотреть, по мебели, ну, спущенная мебель, где-то даже ковры, причем на него имеются. Везде смотреть все очень, конечно, шикарно, раздувы все стоят. Бойлер на 10 литров газ электро стоит. Мозги на мувер. Все имеется. Вот, вот они сами диваны такие же. Шикарные. Передки обязательно щелкать. Ну, тут я все щелкал, смотрел. И он действительно не придраться. Очень крепкий. Уголочки тут. Также здесь откроем еще. Ну, все такое. Все равно без нареканий. Музыка Sony.
стоит. Туалетик. Как раз заглянем. Здесь у нас туалет стоит. Под дом. Аккуратный. Холодная горячая вода есть. Вот у нас душ. Все, конечно, все имеется. Шторка еще осталась. Все так отлично, конечно, по каравану. Ну и в последний вот она. Столешница. Она как новая. Ну, однозначно караваном очень мало пользуются. Причем даже у хозяина почему-то вот он здесь новый упаковки насос. Лежит. Мне кажется, не водой. Вообще, ну, караваном практически не пользовались. Вот они тут и подсветочки. Отток, приток и отток воздуха стоит. Вентилятор, конечно же. Панорамный люк, который присутствует, который все защелки, все целые. Такой идеальный. Ну что тут, в шкафчики заглянуть, заглянем, посмотрим. Полы очень крепкие. Конечно, глаз радуется. Такие караваны не каждый день попадаются. То есть попадаются, конечно, сразу же берем. Ну, духовка видно, что не пользовались. Вот она новая. Так что вот такой караванчик у нас в наличии. Вот ковры под него положили. Ну, по углам, по подтекам. Тут хоть перещелкаться. Очень крепкая модель. И сам караван. Сейчас даже люди, какую модель выбрать. Для, как по мне, без разницы, какая модель. Главное, чтобы караван крепкий целый был. Вот и все. Вот. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки. Подписываться на наш канал. Всем пока. До скорых встреч.